Ульяновский завод по производству промышленной оснастки уже известен далеко за пределами нашего региона. За плечами огромный опыт по техническому переоснащению предприятий. В списке клиентов – крупные производства из самых разных областей. Знание потребностей индустрии вылилось в запуск нового цеха. Это еще один шаг в сторону импортозамещения и острый ответ санкционному давлению на российскую промышленность. Технология сейчас очень востребована. Возможности ее применения – масса. Она будет применяться при обработке титановых, жиропрочных, нержавеющих сплавов, высокопрочных чугунов, закаленных сталей, то есть для труднообрабатываемых материалов. Это вертолеты, это гражданские и так далее и тому подобное. Новый комплекс занимает площадь в 1200 квадратных метров. При этом обслуживать его могут всего 12 рабочих. Производство максимально автоматизировано. Комплекс современный и высокопроизводительный. При выходе на полную мощность возможно изготавливать до 100 тысяч фрез в год. При этом оборудование может работать круглосуточно. Поехали. Да? Считывает программу и... Производство одной фрезы в среднем занимает около 20 минут. При правильном использовании ульяновский инструмент не только позволяет снизить затраты, но и поднимает производительность в 1,5–2 раза. Это особенно актуально в условиях кадрового дефицита. Антон Кузьмин, Павел Асланидия, репортер 73.